Здравствуйте, друзья мои, дорогие подписчики и все те, кто интересуется живописью. Я сегодня собираюсь приступать к написанию новой картины. Для этой картины я вот подготовил холст размером 20 на 30 инч. Холст у меня не на подрамнике, а обернутый на ДВП. Я этим методом тоже пользуюсь. Почему? Чтобы потом, когда картина будет готова, высохнет, его опять не снимать с подрамника, а просто его отлепить от скотча и свернуть в рулон для хранения. Так удобно. Имприматура у меня будет акриловая, а подмалевок и дальше писать буду полностью писать масляными красками. Оставайтесь со мной. Я начинаю. Ну, пожалуй, имприматура готова. Теперь дам ей чуть-чуть подсохнуть. Этот раз я решил написать пейзаж с красивым таким архитектурным сооружением, которое находится в Узбекистане, в городе Ташкенте. Это здание я фотографировал сам, когда был в Узбекистане. Очень красивый вид. И вот с этого ракурса я сделал снимок. Это архитектурное сооружение построено в 1400-х годах. Его построил один меценат Хаджаб Ахрар Вали. И называется эта мечеть его именем. Эта мечеть находится в городе Ташкенте на площади Чарсу. Я вот сделал предварительный такой набросок, разметку сделал. Теперь собираюсь его продолжать, значит, доводить до конца. Итак, приступаем. Предварительно, конечно, я думаю, немножко обработаю линечку. Масло плюс растворитель. Разморитель. Я использую разморитель без запаха.
так как работа долго стояла, я предварительно его обработаю тройником, чтобы немного ослабить затвердевший слой поверхностный, чтобы была хорошая адгезия. Поэтому я сейчас сначала обработаю тройником. И потом продолжим. Мухаммад Али, тебе хорошо? Хорошо.